Северная железная дорога проходит от Архангельска до Урала и дальше до Воркуты. Поскольку проходит она через земли, которые принадлежат малым народам, эвенки, чукчи, якуты, ненцы, то в дороге под стук колес, почему бы и не вспомнить какие-то чукотские анекдоты, что ли. Сидят на склоне дед и внук, оба чукчи. Дед обучает внука мастерству охотника. Скажи, дед, мы убиваем животное, съедаем его мясо, шкура согревает нас зимой, наша утварь сделана из их костей. Все так, подтвердил дед. Ну а зачем тогда люди убивают друг друга, продолжает внук. Они не едят мясо убитых, не используют их кожу. Ты задал детский вопрос. Почему так, дедушка? Потому что взрослые не могут на него ответить. Вы слышали, коренные чукчи теперь могут ездить на Аляску без визы? Конечно, слышал. Вы не представляете, сколько людей внезапно осознали себя коренными чукчами. Вы имеете в виду родственников Аварамовича? У моих друзей есть знакомый чукча. Он хорошо поет. Что видит, о том и поет. Но в баню с ним никто не ходит. Чукча в армейской столовой. Товарищ прапорщик, извините, но в супе нет мяса. Не положено. Ну так положите, пожалуйста. Не положено, по-русски тебе говорю. Ну так положите. Солдат, где ты видел в молочном супе мясо? Однако чукчи – самый богатый народ на планете. Каждый день едят мясо и рыбу, одеваются в натуральные меха. Чукча-охотник все-таки убил медведя. Мясо он принес домой, шкуру подарил любимой теще, а цирковой велосипед достался сыну. Посадили чукчу в тюрьму. Сокамерник его спрашивает, за что посадили? Ну, белого медведя убил, однако. 6 лет дали. А ты за что сидишь? Жену убил, 8 лет. Чукчу удивленно. 8 лет? За что? Там меху-то с ладошку. Чукчу нашел видеокассету в одном из ящиков стола. Сгорает любопытство, он вставил ее в проигрыватель, увидел, что на пленке его жену имеют 3 мужика. Чукча в шоке, сидит злой, но через какое-то время вздыхает с облегчением, приговаривая: повезло, блин, что это только в кино. Первое, что так и не смог понять чукча, приехавший в Москву, это почему все ему говорят «однако» и при этом ехидно улыбаются. Чукча пьет водку, думает, вот пьем, пьем, спились уже почти совсем, а по-настоящему русскими так и не стали. Чукотский шаман начал хамить в очереди за водки и получил пару ударов в бубен. Чукча выезжает за границу, его спрашивают, ну как там дела у вас вообще в России? Чукча отвечает, представляете, у нас страна медведев, партия медведев и президентом медведев.
Идет Чукчи по дороге, увидел, валяется зеркало, он его поднял, посмотрел у него. О, мое. Идут двое чукчей позади, передний придерживает ветку и отпускает. Ветка заднего чукчу хлоп, тот упал и говорит: «Спасибо, что придержал, а то, однако, вообще убило бы». У чукчи спрашивают: «Как вы думаете, по земле кто-нибудь живет?» «Да, живут». «А почему вы так думаете?» «Ну, кто-то же красит редиску в красный цвет». «Скажите, а почему нет ни одного чукчи-футболиста?» «Чукчи не дурак, чукчи владелец футбольной команды». Поехал геолог в тундру, приехал к чукчи, в чем говорит: «Чукчи, чукчи, можно я у тебя переночую?» Чукчи говорит: «А можно, однако, только ты мою жену не трахай, как в прошлый раз, однако». Геолог говорит: «Ладно, чукчи, только ты в моей машине не верти руль и педали не нажимай». Утром жена говорит чукчи: «Геолог меня, однако, всю ночь трахал. А ты-то где был, однако?» Чукчи говорит: «Тише, я за тебя, однако, отомстил. Всю ночь, однако, педали нажимал и руль вертел». Два чукчи идут по берегу океана. Один другому говорит: «Я 10 долларов нашел». «Молодец, однако. А зачем ты их выкинул?» «Фальшивые, однако». «Откуда ты знаешь?» «А где ты видел 10 долларов с двумя нулями?» Купил чукчи в Москве сексуальное женское белье, приехал домой, примерил на жену и делится впечатлением с друзьями. Возбуждает, однако. Все через него видать. И кожух, и валенки. Пришел чукчи на свидание, стоит у крайней оранги стойбища, держит в руках термометр, смотрит на него и говорит: «Подожду до минус 40, если она не придет, все, ухожу домой». Решил чукчи геологом стать. Его спрашивают: «Чукчи, зачем тебе это?» «Однако, когда геологом стану, сам свою жену трахать буду». Чукчи поздравляет жену с днем рождения, дарит подарок, красивую коробку. Та вскрывает, достает лом и купальник. «Что это?» «Так пляжный набор, однако». «Пляжный? А лом зачем?» «Ну, прорубь будешь долбить». У чукчи спрашивают: «Чья космонавтика самая лучшая в мире?» «НАСА,
гордо отвечает чукча. Едет чукча в трамвае, водитель говорит: следующая остановка 8 марта. Чукча говорит: о, а раньше никак нельзя. Приходит чукча с сыном к врачу, говорит: доктор, мой сын ничего не ест, однако ни масла, ни мяса, ни хлеба. А почему? Нету. Почему чукче открывать йогурт прямо в магазине? Потому что на нем написано «открывать здесь». Чукча, почему ты голосуешь за Жириновского? Шибко хорошо обещает. Так он же не выполнит. Не выполнит еще когда? А обещает сейчас. Приехал чукча в первый раз в Москву, плохо себя почувствовал, заходит к врачу: доктор, плохо мне, однако. Ну, давай я поставлю тебе термометр. Термометр? А куда ты мне его поставишь? Ну, врач-шутник говорит: ну, в задний проход, конечно. Минут через 10 врач вытаскивает термометр и восклицает: у тебя же температура 41. О, однако это еще в тени. По реке плывет аяк, на корме сидит чукча и курит трубку. Его жена гребет против течения. Чукча думает: хорошо ей, греби себе да греби, а мне думать надо, как жить дальше. Что делают чукчи, когда холодно? Закрывают в юрту дверь и садятся вокруг свечки. Что делают чукчи, когда очень-очень холодно? Они ее зажигают. Два чукчи ловят рыбу на лодке. Один на носу, а другой на корме. Тот, что на носу, слышит громкий всплеск сзади, оборачивается, а друга нету. Он туда-сюда, нет второго чукчи нигде. И вдруг минут через 5, ух, выныривает он из-под воды. Тот, что в лодке, спрашивает: ты где был? Я за тебя так испугался. Чего ж ты испугался, дурак? Я червяка ходил менять.
Чукча хвастается соседу. Купил себе надувную женщину в секс-шопе. Очень она в сексе мне помогает, однако. Как это? Ну, однако, пока я домой бегаю жену любить, она от оленей волков отпугивает. Родился у Чукчи сын, принесли его в ЗАГС регистрировать. Фамилия? Юкагир. Имя отчества? Митрофан Степанович. Национальность? Китаец. Послушай, ты Чукча, твоя жена Чукча. Какой же он китаец? Это мой третий ребенок. А в газете написано, что каждый третий ребенок, который рождается в мире, китаец. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.